Очень напряженный выдался матч. Уже встречались раньше с Кастильей. Скажи, как готовились? Может быть, какие-то ошибки выявляли на прошлых играх у противника? С чем сегодня боролись? Ну, с чем не боролись? Игра жесткая, игра усердная. Нам надо было отыграться за 8-2. Недавно сыграли, проиграли. Им хотели показать себя, свою игру. У нас получилось. Тем не менее, дошли до серии послематчевых пенальти. Чего не хватило? Почему не додавили противника? Я не могу сказать. Они сильные, мы сильные. Игра была очень жесткая, судейство очень жесткое. Постоянно фолы. Все молодцы, все понравилось. Есть что-то, чем сегодня категорически недоволен у своей команды? Нет, все отлично поиграли, все доволен. Как вообще в такой напряженной игре, как состояние эмоциональное? Довольно приятное состояние. Хочется бороться, хочется играть, хочется отрабатывать за друг друга. Товарищеская игра, за товарищей туда-сюда бегаешь, почти не устаешь. Интересный футбол.